Управление МВД России по Одинцовскому городскому округу вот в таком состоянии. Я не понял, за что меня избили. Видимо, за то, что мы хотели камеру поставить. У меня другого объяснения нет. Взяли, напали на меня. Вот так вот, у нас мигранты. Зачем они нам нужны, непонятно. Жили без них спокойно. И, пожалуйста, живите, но вы соблюдайте законы, а это же вообще беспредел просто получается. Это мой дом, Россия, ясно? И чё, нахуй? Да беспределки надо тут. Здесь воюем, что ли, что? Живем, блядь. Вы беспределите тут. Какой беспредел? За что меня сейчас избили? Что, за то, что ты моего сына избил? Я не трогал его. Как не трогал? Нет, не трогал. Докажи, докажи. Докажи. Камеру сейчас я тебе докажу. Докажи. Понял? Давай. Козёл, блядь. Сама ты такая. Я своих детей одна воспитываю. Понял? И что? Я не буду тебя смотреть. Вы русских из Узбекистана выгоняли. Тебя хотите нас отсюда выгнать? Кто тебе выгнал? Меня, что ли? Ну, а что ты делаешь со мной? Чего со мной сделали? Я тебя трогаю. Конечно. Я тебя трогаю. Ты посмотри на меня, что ты со мной сделала? А кто тебе стерву гамном обманул? Скажи, кто так, тебе... Да вы обмазали, скорее всего. Ну что, мои дети обмазали? Конечно. Видел? Конечно. Ты видел? Я видел, да, он выходил, видел. Он целый день на работе. Тебя депортируют скоро, понял? Что хочешь сделать? Понял, понял. Посмотрим. Да я тебя выебу, говно. Посмотрим. Да? Помнишь, в прошлом году полиция что-то сделала-то? Что сделал? Вы клеветали на меня. Да вы что? Это да. Ты на нас наклеветал. Вы клеветали. Что я твоему сыну продаю? Ты не даешь нам жить. Это вы не даете жить людям. Мы тебя не трогаем. Вы людям не даете жить. На вас все жалобы, весь подъезд. Что мы делаем тебе? Ты мне скажи, что мы тебе делаем? Шумите. Мы спокойно живем. Шумите это постоянно. Ты тут какими-то своими... Шумите. Шумите постоянно. Мы... У меня ребенок. Он пошел, оказывается, блядь. Говно в его сына нахуй смазал, оказывается. Я его не трогал. Ну так же нельзя. Матрик, неудачи для начала. Ты приехал сюда, в эту страну, и никто тебе не разрешал тут матом орать, ты понял меня? А у него разрешал ребенку избить? Я спрашиваю, это быки, что ли, тут встали? Не, я говорю, помолчите секунду, женщина. А ему разрешали? Когда мужчина разговаривает, молчать надо. Он же мой ребенок. Я сказал, молчать надо, когда мужчина разговаривает. Буду молчать, вы будете срать надо мной. Я спрашиваю, быки нашлись? В чем проблема? Вот он избил моего братишку. Когда? Сегодня. Только сейчас втроем напали на него. Я не трогал его вообще. Это что такое? Что стыдно должно быть. Я не трогал его. Чего ты вы тогда полицию клеветали, что я над Кремлем приставал. Не было ничего такого. Малик, что... Андрей, что он сделал? Заявление напиши. Хорошо, пусть да. Пишет. Я подтвержу. Хорошо. Пусть пишет. Конечно, пойдем подтвердите. Лучше. А да? Вам не, и пишет вам не стыдно? Мы нет, 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 нет. Нет. Еще раз повторюсь. Вы втроем напали на человека. Да, напала. Я не отрицаю. В данной ситуации. Я не отрицаю. А какое вы имели право это делать? А почему он вы имеет кто, право? Вы кто, я спрашиваю? Вы кто? Моего ребенка. А ну-ка голос у меня не повышай. А что, будете бить? Я сказал, не повышай на меня голос. Я буду повышать, потому что этот мой ребенок. На меня голос не повышай. Если ваш я ребенок был бы, делать. Вы так не стояли бы. Ушатал бы давным-давно уже. Да. Понятно, только через заявление. Через это он в прошлом году меня позвал. Но полицейский сказал, он долбанный, не слушай его. Иди пиши заявление. Да я сейчас вызову. В управление. Вызывай. Пишешь в управление. Понял? Давай вызывай. Хорошо. В местный какой отдел говном тебя писать? Обмазал? Скажи мне, каков говном обмазал? Я видел, что почему он обходил. А, его видел? Да. Точно? Точно. Давай докажи. Ну как отказать? Почему ты ко мне не подошел и не говорил? Да. Почему бьешь его? Он же не дурак. Все, я в отдел, короче, поехал. Он у меня с целыми днями на работе.